днем рождения, Ленка! Йом улэдит лэх-лах! Йом улэдит лэх-лах! Так, подожди, у нас есть сценарий. Да, какой там? Так, во-первых, поздравляем тебя с твоим днем рождения и хотим рассказать некоторые пикантные вещи про тебя, которые никто еще не знает. Не интимного характера. А сейчас мы все расскажем. Короче, 2004 год, декабрь, жуткий мороз, Хабаровск. Мы планируем... Хабатники! Мы замутили чудесный сахнутовский... Праздник! Праздник какой? Ханука! Короче, нам религиозные эти вот хабатники общины нам все испортили. Мы приезжаем... И нам говорят, обрезанные концы вам в колеса. Короче, нет зала. И что происходит? И не тут-то было. Но есть одна кудесница, волшебница, смелый человек. Ее зовут Ленка Дубовицкая. И она делает все, чтобы это было через 5 минут в другом зале. Причем мы едем в машине, я реву на заднем сиденье, говорю, я сейчас собираю чемоданы. Нет, ты сидела впереди и ревела. Нет, я сидела сзади. Я сказала, надоели все, я в жопу, я еду домой. Так, не ругайся. А еще ты у нас мужественный человек, ты можешь грудью встать на защиту детей и всех бандитов в речку урыть. А мы сейчас пьяненькие сидим в парке ничего Горького. Подобного, немножко. Мы сейчас в парке Горького. Вот видите, как где красиво там шарики. Здесь, да. Шарики и вот... Так, наше пожелание. Да. Денег побольше, а чтобы денег было побольше, нужно, чтобы было внуков поменьше. Нечаянно. Короче, Леночка, мы тебя очень любим. Ты большая молодец. Да, и все очень. У тебя устроится, потому что ты уникальная. И красавица. Все, пока. Йом улэдэц амэах. Да, мне нельзя, мне запрещено петь. Йом улэдэц амэах. Йом улэдэц лах-лах. Лах, Леночка. Лах, Леночка. Целуем. Пока-пока. Всем привет. Бывало все.